заболеть или уже болеете, принимайте новамин. Какие витамины в новамине содержатся? Витамин А, Е и С, вспомогательные вещества, фруктоза и пектин. При каких заболеваниях новамин принимают? При первой стадии цирроза печени, при хронической заболевании щитовидной железы, при хроническом бронхите, при профилактике гриппа, при ковиде, при онкологии любой стадии принимайте параллельно с тем лечением, которое вам назначил врач. При хронических заболеваниях щитовидной железы, при хронических заболеваниях шейки матки, также детям от 2 лет, но ребенку 2 года. Я одну капсулу один раз в день даю, посыпаю молочком и параллельно даю ЭПАМ-900. ЭПАМ-900, он тоже прекрасный на заболевание, при кашле. Одна капелька на один год жизни. Закапывайте под язык. Также мы составляем программки по вашим заболеваниям. Не стесняйтесь, пишите. Я принимаю заказы. Также доставка по нашему городу. Все, с